Всем привет! Привет, ты зашел сегодня ко мне на канал. В гостях у Павловны. Ну что, друзья мои, начинается сезон заготовочек. Чтобы не упустить время драгоценные, так сказать, растения, все в наших руках, занимаюсь вот такой заготовочкой. Перед вами сирень. Мне муж наломал в деревне сирени, и сейчас я буду ножницами так обстригать вот эти цветочки и в баночку утрамбовывать, и залью водкой. У кого самогонка есть, можно самогонкой. Для чего это я буду использовать? Люди мы не молодые, и не секрет в том, что у нас болят колени, ноги после длительной так работы. Да и не только, вообще ноги болят и колени. И поэтому для натирки это давно известное средство. Я не открываю Америку, как обычно, но делаю для себя. Вроде бы помогает. Занимаюсь. Цветочки эти мыть я не буду. У нас вчера накануне прошел дождь, поэтому все складываю в баночку. Ну что, друзья мои, вот натеребила, так сказать, я эти цветочки в баночку, утрамбовала. Еще и букетик для души у меня остался. Аромат стоит на кухне, обалденный. И сейчас буду заливать все это, как я уже сказала, водкой. Закрою крышкой. Так. Вся не вошла у меня бутылочка. Я вот сейчас утрамбую еще, оно впитается, цветочки. Закрою крышкой и поставлю. А вот все сейчас долила. И поставлю в темное место. Вот так буду переворачивать время от времени. Придется еще потом докупить мне, чтобы все сейчас покрыто, но постепенно все впитается в цветочки. И останется еще место, поэтому мне еще придется докупить. Вот такое чудесное средство у меня будет. Ну а следующая заготовочка я вам сейчас покажу. Вчера я полола, вырывала много чистотела, крапивы, и вот под ягодами залазила, вчера убирала, прибирала, где-то рыхлила, и вот заметила, обломилась веточка. У нас ветра же сильные, ветра, дождь, ну что-то, может, я задела случайно, не исключение. И вот такая веточка смородины черной, посмотрите, с ягодами, с цветочками. Все равно я бы сушила листики чуть позднее. Смородины для ароматного душистого чая после бани, да и просто так вечерком приятно попить его. Поэтому выбросить просто так эти веточки я не могла. Я их перемыла все. А вот в этих, даже тут посмотрите, ягодки уже начинают образовываться. Перемыла. И вот в этих чашелистиках, в этих цветочках любят селиться мелкие жучки-паучки. Когда на полотенчике сделала, они обсыхали и выползали. Что-то всплывало, когда я их ополаскивала в тазике. Вот, все, буду сушить. Сейчас включу сушилку. И душистый ароматный чай у меня будет через некоторое время. Сушилка, ветерок мне в помощь, включаю. И здесь вот у меня лекарственные травы. Так, при температуре от 30 до 40 градусов в течение 3-7 часов у меня листочки эти высохнут. Как буду хранить, я вам потом покажу. Смотрите, все прекрасно высохло. Прошло буквально, наверное, часа 3-4. Но не больше. Такой цвет сохранился.
Как хранить буду, я сейчас вам покажу. Храню я обычно в стеклянных баночках. Меня этот метод очень устраивает. Вот под такой капроновой салфеточкой, резинкой и дышит, так сказать, и сохраняется и цвет. Вот я для сравнения вам покажу прошлогодняя у меня трава лекарственная, зверобой. Все нормально. Поэтому метод меня такой очень устраивает. Вот сегодня я вам показала такие две заготовочки, самые обычные, но они и необходимые для жизни. Ну уж не особо жизненно важные, но тем не менее, если они есть, то это неплохо. Всем пока! Заходите ко мне на канал, подписывайтесь. Если понравилось вам, ставьте лайки.